Ты что тут делаешь? Я живу за зрелкой. Да? На маминой кровати лежишь? Да. А что ты делаешь на маминой кровати? Лиза, а я два стояла. Постучи, Лиза. Постучи, Лиза. Постучи? Да. На маминой кровати лежишь тут? Да. Ай-яй-яй. Это же мамина. А это маминой кроватки, Лиза. У тебя своя есть. У тебя своя есть. Зачем ты лежишь на маминой кровати? Засранец какая. А мне хочется тут лизать. Да что ты? А ты мне нравится. Да что ты? Вот там буду спать, а тут я буду лизать. Засранец. А тут не удобно, а там не удобно. Потому что там постоянного белья нету. Вот, что у нас здесь еще. Только покрывало Димина приехало. Вот. Это моя одеялка вчера приехала. Мне показали, жалко, надо было показать вам. Одеялка? Это покрывало Димина, красивая. С вертолетиком? Да. Прям. Вот, машинки вот тут. Машинки есть вот тут. А тут классно. Красиво. Классно, да? Да. Тут дома. Вертолетики. Какие вон. А нет, это самолетик, это вот вертолетик. Елочки, какая красивая. Это в Альберсе мы заказывали. Что тут за нитка длинная? Да это... Дырка, когда появится... Он яркий, смотрите, красочный такой. Димина новая покрывальца, да, Дима? А там хорошо. Ну, там похожая картинка. Это красиво. Сразу преобразовывается. Тут залетик улыбается. Улыбается? Да, улыбается. Не лезь туда грязными ногами. А там вон как красиво. Елка. Ну, с этой стороны тоже, смотри, елочка видна. Красиво, как не лази. Красиво, да. Да. Так вот мы сегодня кушаем. У нас сегодня творожок с черной смородиной. Красивый-прекрасивый. И вот Димина тарелочка. У него еще и с ряженкой добавок. Очень вкусно. Целушку дам. И фиолетовую. Фиолетовую. Писал фиолетовую. Фиолетовая ложечка, да. Тут у меня расстегивается. Сумятик. Постегивай. Тут у меня... А я получила... Вкусно? С ягодками вкусно? Можно руками есть? Нельзя. Дима, ложечка вот.